В марте 18 года во время оккупации Черниговской губернии германскими войсками Николай Щорс возглавил объединенный партизанский отряд в количестве 500 человек, участвовавший в марте-апреле в боях с оккупантами в районе Злынки и Клинцов. Под натиском превосходящих сил противника партизанский отряд отошел на территорию Советской России. Щорс направился в Самару, а затем в Москву, где принял участие в революционном движении. В сентябре по заданию Реввоенсовета сформировал в районе Уничи из отдельных украинских партизанских отрядов 1-й украинский советский полк. В октябре был назначен командиром 2-й бригады 1-й украинской советской дивизии, которая в боях с армией УНР отбила Чернигов, Киев и Пастов. По словам Антона Овсиенко, красноармейцы любили Щорса за заботливость и храбрость. Командиры уважали за толковость, ясность и находчивость. После занятия Киева 5 февраля 1919 Щорс был назначен комендантом Киева и награжден почетным золотым оружием.